20 лет исполнилось одному из лучших выставочных залов галереи изобразительного искусства Узбекистана. За эти годы галерея провела огромное количество мероприятий. Это международные фестивали, биеннале, конференции и многое другое. К этой знаменательной дате галерея приурочила огромную выставку в разных направлениях. И именно сейчас хочу пригласить наших телезрителей в небольшой экскурс по этой экспозиции. В самом центре в Ташкенте, около площади Независимости, расположено современное здание галереи изобразительного искусства, открывшее двери для посетителей в августе 2004 года. Однако история галереи началась за 10 лет до этого, в 1994 году. По инициативе президента страны была создана коллекция изобразительного искусства, собранная Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана. И когда количество экспонатов выросло настолько, только что они не умещались в галерее банка, было решено открыть полноценный выставочный зал. Сегодня галерея изобразительного искусства оборудована всем необходимым для соблюдения правил хранения и демонстрации картин. Основная выставочная площадь галереи составляет 3500 квадратных метров и включает 15 залов. Вот уже 20 лет галерея знакомит зрителей с богатой художественной культурой нашей страны и искусством зарубежных стран. За период деятельности галереи были проведены различные масштабные культурные акции, имеющие не только республиканское, региональное, но и международное значение. В настоящее время галерея – это своеобразный культурный центр, известный не только в республике, но и за рубежом. Является одним из объектов посещения официальных делегаций, галереи и ее деятельность были удостоены высокой оценки со стороны зарубежных гостей, специалистов. Основу выставочной коллекции галереи изобразительного искусства составляют картины узбекских художников, созданные на протяжении всего 20 века, и лучшие работы современников. За 20 лет галерея смогла стать одним из крупных, интересных культурных центров не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии, и, можно сказать, и вообще на евразийском пространстве. За 20 лет сделано огромное количество выставок. Каждый год у нас проводится около 24-26 выставок. Это как бы в среднем. И, конечно же, у нас есть и издательские проекты, у нас проводится очень много международных проектов. Безусловно, это все работает на то, чтобы наш зритель прежде всего приобщался к нашему национальному искусству. Что галерея дает возможность именно на базе коллекции Национального банка показать современное искусство, показать разные тенденции, которые в нем есть, показать творчество очень интересных художников. Галерея – это, конечно, комплекс. Прежде всего, это, конечно, пополнение коллекции, это фондовая работа. Второе направление –
это выставочная работа. Третье направление – это издательская работа. Четвертое направление – это работа с детьми, потому что у нас есть детская студия, куда приходят дети, приобщаются к искусству. И, безусловно, это рекламно-пропагандистская. Мы показываем зрителю богатство, многообразие не только нашей национальной культуры, но и в целом культуры, искусства зарубежных стран. Своей знаменательной 20-летней дате галерея представила большую выставку, состоящую из нескольких экспозиций. Это искусство Узбекистана первой половины 20 века, где представлены произведения художников, стоявших у истоков формирования изобразительного искусства Узбекистана, таких как Беньков, Буре, Татевосян, Ковалевская, Уфимцев, Кашин, Ахмедов, Тимуров, Кузыбаев и многие-многие другие. Их творчество отличает многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей. Я занимаюсь с культурной традицией болгарского народа и православных христианов, но меня интересует очень много. И какое взаимодействие православного христианства с народами Северной и Центральной Азии? Меня эта выставка очень много затрогала. Хорошие картины. Здесь столкновение. Две тенденции. Одна православная европейская тенденция, и другая восточная мусульманская традиция. И в этой коллизии получилось что-то особое, которое специфично для узбекского народа. Такие две культуры, которые очень разные. Но у вас получилось такое приятное, правильное смешение обе культуры. И получилось очень знаменательное мировоззрение. Это увидите на все ваши картины, в этой изделии и в вашей архитектуре. Я надеюсь, что когда я буду в Бухаре, в Тиве и в Самарканде, я тоже увижу ваша старая культура. Очень интересно, чтобы побывать здесь и увидеть все это на место. Следующая экспозиция «Восточный Туркестан», период которого представляет собой удивительный феномен, занимающий особое место в художественной культуре современного Узбекистана, где важны доминанты, определяющие специфику его содержания.
Конечно, сделать эту юбилейную выставку было не так просто, потому что за 20 лет, конечно же, коллекция Национального банка пополнилась очень интересными произведениями искусства, монетами, рукописными книгами. И, безусловно, перед нами стоял отбор самых лучших работ, самых интересных. И в то же время цель была показать ведущие направления в современном изобразительном искусстве Узбекистана, показать нашу нумизматику, показать новые приобретения. И я думаю, что вот именно вот такая вот палитра представленных работ, она демонстрирует многообразие художественных, стилистических направлений в современном изобразительном искусстве Узбекистана. Еще одна экспозиция юбилейной выставки – «Форма и пространство». Это скульптура, которая в коллекции галереи воплощает прежде всего своеобразное видение бытия, его ощущения, художественную выразительность, реакцию на процесс происходящих вокруг нас изменений. На выставке представлены работы следующих скульпторов Узбекистана – Азамата Хатамова, Курбана Нархурозова, Дарибая Таджимуратова, Тулягана Таджихаджаева, Тулягана Еркулова, Туркмана Исанова, Эргашали Таджибаева, Равшана Миртаджиева, Людвиги Нестерович, Назиры Кузиевой, Марины Бородиной, Ануш Авакян. Всех не перечесть. Я был в каждом европейском стране, от Англии, Малты до Скандинавии, Центральной Европы. Был и в Саудовской Аравии, Эмираты. Но здесь очень интересные вещи, которые я не увидел здесь. Я увидел связь арт-искусства. Это особенно показательное у вас. И эта выставка оказалась мне воздействием на мои восприятия Востока. Гордостью собрания галереи является уникальная нумизматическая коллекция, насчитывающая более 2500 золотых, серебряных и бронзовых монет, которые в разное время на протяжении 2500 лет имели хождение на узбекской земле. Здесь собраны монеты государств, которые существовали на территории Средней Азии примерно в течение 2500 лет. Монеты Согдианы, Бактрии, Хорезма, Чача, Уструшаны, монеты, выпущенные местными властями и их наместниками. Здесь уникальные образцы денежных единиц, которые чеканились только тут, в очень узкие периоды времени и не имели широкого хождения. Нумизматическая коллекция галереи изобразительного искусства является не только выдающимся собранием памятников материальной культуры, но и служит неоценимым источником изучения истории Узбекистана.
конечно же, нумизматическая коллекция заслуживает особого внимания. Мы не устаем повторять со слов нашего академика Артвеладзе, что эта коллекция занимает второе место в мире как коллекция Центральноазиатского региона после Британского музея. И каждое произведение искусства, которое здесь представлено, для нас очень дорого. За каждым произведением стоит художник, его формирование, его эволюция, его мировидение, его мировоззрение. И, безусловно, вот так вот через картины раскрывать историю Узбекистана, его современный этап, для нас это, конечно, тоже очень важно. Собрание фонда галереи периодически пополняется новыми произведениями мастеров изобразительного и прикладного искусства. Лучшие произведения из коллекции достойно представляют искусство нашей страны во многих странах мира. Одна из лучших галерей нашей столицы продолжает осуществлять свою деятельность, организуя выставки, творческие проекты, показ картин, мастеров кисти и прикладного искусства. К нам приходит очень много зарубежных художников, которые хотят сделать у нас выставку. К нам приходят организации, которые тоже предлагают разные варианты выставочных проектов. И вы знаете, за 20 лет, конечно, у нас накоплен определенный опыт. И сейчас мы понимаем, что искусство – это не только сфера духовного, но и сфера социального. Мы сейчас больше стали показывать социальные проекты. То есть это тоже очень важно для общества. Например, сейчас вот буквально, да, вот проходит международная выставка, которую организовало посольство Турции, и на ней представлены работы художников Азербайджана, Ирана, Турции, Узбекистана. То есть, конечно же, вот этот диалог культур, он очень важен в самых разных форматах. Что касается социальных проектов, у нас намечается выставка, посвященная матери, например. То есть это как бы тоже социальный проект. Если вы обратили внимание, у нас есть какие-то свои темы, которые мы варьируем, может быть. Вот сейчас у нас как бы проходит женская выставка, посвященная женщине Узбекистана. Но галерея в нашем представлении все-таки это место, куда люди должны приходить, получать эстетическое наслаждение, но в то же время галерея дает возможность общаться, галерея дает возможность поднимать какие-то проблемы, чтобы люди встречались, могли беседовать друг с другом. Это очень важно на самом деле для общества. Почему? Потому что развивать культуру нужно не только лишь через какие-то яркие выставочные проекты. Безусловно, это все нужно. Но развитие культуры – это системный, ежедневный труд, который, я думаю, будет иметь свои результаты. Из всего увиденного на юбилейной выставке еще раз убеждаешься, что изобразительное и прикладное искусство Узбекистана – это многокрасочная мозаика, которую составляют различные творческие дарования. Творчество современных узбекских художников представляют сочетание различных художественных школ, традиций, творческих поисков, которые в общей сложности формируют национальное своеобразие единой современной узбекской культуры. Это особенно подчеркнул и один из посетителей выставки, гость из Болгарии.
Ваши, говорят, очень хорошие пуры Руана. Мне делает впечатление, что ваши кураторы есть большая культура, выставочная культура. Подхожая. Увидел в Малте, в Сицилии, Италии. Я с удовольствием хочу пригласить всех посетить нашу галерею, кто здесь не был, посетить нашу выставку. Я думаю, что каждый сюда, как бы пришедший гость, он сможет для себя найти что-то очень интересное и полезное.